Я увидел однажды удивительную картину. На картинке огромная змея-удав глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раз думал о полном приключении жизни в джунглях и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картину. Вот что я нарисовал. Я показал это мое творение взрослым и спросил, не страшно ли ему? А разве шляпа страшная? Но это была совсем не шляпа, это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятно. И ведь всегда нужно все объяснить. Вот мой рисунок на мелке. Похож? Слон, смотрите, и внутри удав. А все взрослые думают, что это шляпа.